Да вы делаете некрасиво. Я еще раз говорю, забирайте частную собственность. И что? Что там? Руки. Граждане, ваши действия противозаконны. Вы нарушаете федеральный закон. Все, ребята, хватит снимать, давайте расходимся. Вы сейчас доведете до того, что вам будут небольшие неприятности. Должны нас защищать. Защищаем. Девушка, уважаемая. Защищаем. Только не надо, вот не надо на сотрудниках полиции.